Более 10 творческих коллективов и исполнителей со всех школ продемонстрировали свои таланты в 4 номинациях – вокальное и хореографическое искусство, художественное чтение и театральное искусство. Все номера были посвящены борьбе с огнем и работе пожарных. Оценивали выступления сотрудники пожарной охраны, МЧС и администрации. Главными критериями отбора на конкурсе стали оригинальность выступлений, артистичность исполнения и соответствие тематике. Мы проезжаем по Рославскому району и городу Десногорск, собираем самых талантливых и лучших детей, пропагандирующих пожарную безопасность. Эти мероприятия проводятся с целью не только пропаганды пожарной безопасности, но и пропаганды профессии пожарной как таковой. В конце мероприятия все участники получили грамоты и ценные призы. В номинации «Художественное чтение» победителем стала Эми Куртенкова, а команда школы номер 1 заняла 1 место в номинации «Театральное искусство». Лучшим вокальным ансамблем признан коллектив «Веснянка». Сложности никакой не было. Главное, знаете, главное хорошо репетировать, учить все, как бы, ну, знаете, так, чтобы выступить хорошо. У нас были сложные репетиции. Мы каждый день репетировали свой номер. Когда мы сюда пришли, я не думала, что мы сможем занять 1 место. Когда мы выступали, мне было немного сложно. Но все мы собрались и выступили хорошо. Областной этап соревнований состоится 12 декабря. Организаторами мероприятия выступят Всероссийское добровольное пожарное общество, Департамент по образованию, науке и молодежной политике, а также МЧС. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.